Всем привет, с вами Тимофей. Я играю с Лорандом Prime World. Это у нас третий бой из цикла «Восхождение бомжа». Сейчас я получаю плюс 19,5 минус 18, то есть как бы уже практически сравнялась потеря с прибылью. Так, я на секунду игру сверну, чтобы проверить, что запись идет. Все в порядке. Надеюсь, она не зависла. Будем на это надеяться. Раньше вроде бы не висла. Напоминаю, если вы не смотрели пролог и не знаете, что такое восхождение бомжа, то, в принципе, это очевидно. Я играю за героя, как, ну, обычный человек, без вложения денег, чисто прокачивая, ну, так, как попало. Пока что вообще ничего не прокачал, только два красных таланта каких-то там на плюс 5 заточил. Простите. Так быстро говорил, что подавился. Да, давно не стримил, заболтался. Да. Ну, в общем, как вам, наверное, известно, стримить я не могу вообще как бы в онлайне, потому что у меня сеть не выдерживает мой провайдер. Поэтому только записи боев доступны нам с вами, к сожалению. И это вот у меня синий инж. Мощность 1700 примерно, кажется. Я не помню, если честно. Скоро мы его планируем сделать сержантом. Ну и вообще посмотрим, насколько можно подняться, если так деньги не вкладывать и особо не вкачиваться. Почему-то против нас наемник, а за нас какой-то красный хрентус. А, это ж маг. Баба маг, надо же. Вот это вот вообще новый герой, я не знаю, что это такое. Вот это тоже какой-то новый. Там еще каких-то новых дофига, вообще я не знаю, что они делают. Ну ладно, в принципе, разберусь как-нибудь. Вот краска со жнецом немножечко, конечно. Чуть-чуть меня пугает. Если жнец... Это типа не то, что прям наемник, а типа мейн у него высокого уровня, а он взял наемника чисто по приколу и сейчас всех нагнет, это будет обидненько. Но с другой стороны, зато мой ульт у инженера, вот этот пулемет, он как раз все его призраки хорошо убивать будет, надеюсь, я на это надеюсь. Короче, ладно, не знаю, что еще сказать, тут загрузка пока просто идет. Теперь не видно, что другие люди получают, видно только, что мы, плюс 19,5, минус 18. Вот из-за этой писюньки, вот из-за этого наемника, мне теперь меньше очков дают за победу. Но это же вообще нечестно. Ну что за фигня? Вот давайте четко было. Плюс 25, минус 25. Все, что хочешь делай. Ну ладно, хрен с ним. Будем надеяться, что вот этот красный, он не совсем нуб. Будем надеяться. К новым свершениям! Так, интересно, куда он намылился. Уж не на мит ли? Ну, в принципе, я отдам, если он на мит, мне не это жалко. Гениально. Ха, прикол. Мит написала баба какая-то другая. А мы, значит, с магом типа ганги. Сейчас поставим. Не, в принципе, маг хороший гангер, я не спорю. Я на нем гангал, он у меня был в силу. А тут у нас в чем он был? В чем он есть? В разум. Ну, не знаю, как гангает в разум. Может так же, а может не так же. Хрен его знает. О, нифига себе. Жнец хочет на халяву получить по башке. Все просчитано. Да, иди отсюда. Сейчас крыш. Поставим опыт. Солдаты вступают в бой. О, нифига себе, они уговорили эту бабу отдать мид магу. Ну, ладно. Я не знаю, что она там умеет делать. У нее, по идее, есть фигня, которая возвращает назад врага. Так что для того, чтобы гангать, она годится так, если разобраться. Это гениально. К новым свершениям. Вроде бы, кажись, годится. Точно в цель. Отличный полигон. Отличный полигон. Укрепляем позиции. Выстрел. К новым свершениям. Так. Это гениально. Ее без права. Прогресс — страшная сила.
позиций. Точно в цель. Чтобы еще усовершенствовать. А, я передвинул. Передвинул скидку в последнем бою, когда я как раз сказал о том, что я вечно забываю это сделать. Бью без промаха. Отличный полигон. Блин, без лечилки больно. С одной стороны, конечно, есть инвиз, но с другой стороны, что я буду с ним делать, если у меня хп нет? Механизмы могут и лечить. Эта херня много не отхилит. Ну ладно. Я думаю, даже если этот инвиз просто пропадет, ничего особенного страшного не случится. Новым свершением. Ну блин, ну зачем ты показалась? Это гениально. Все просчитано. А, вы поняли, она должна вернуть, как Кунка в доте. В тот момент, когда сработает ее урон, она должна туда вернуть. А она вернула позже или раньше. Понятно. Это, короче, это крест у нее, как у Конки. И надо вернуть в зону с поражения своей херни. Простите за дотерский склэнк, но реально дота крутая от моба. Лучше, чем прайм, если так разобраться. Прогресс страшная сила. Так, ну мы пока в лесу огребаем, так что... Это скукота жуткая. Механизмы могут и лечить. Ничего тут не могу поделать. Пушка, это гениально. Бью без промаха. Сейчас поставим опыт. Укрепляю позиции. О, ничего себе. Точно в цель. О. Отличный полигон. Да ладно, брось его. Да не надо. Да брось его. О, ничего себе! Это дамаг. Да он его... Ну, я бы им все равно не помог. У меня нет ускорения, чтобы догонять. Сейчас поэтому... даже если бы я за ним пошел, я бы ничего не сделал. Вообще, да, Кент молодец. Надамажил так надамажил. Прогресс страшная сила. Давайте ему землю сделаем, вдруг она ему нужна зачем-то. Сейчас поставим опыт. Гангает мага. Не знаю, видел он или нет, на всякий случай полечу его. Прилечу и полечу. Он промахнулся своим этим, как его, блять. Простите за мат. Этим синим кругом. Промахнулся. Ну ладно. Мы тут сделали, что могли. О, Кент убил. А, ну клык гангл Кента, Кент его убил, но его добил лайнер. Печалька. Да подожди, подожди, я же иду. А, ну почему никто никогда не ждет? Ну, и чё толку, что ты его вернула? Механизмы могут и лечить. Не, ну с этой бабой, конечно, мы тут ганги нормальные не сделаем никогда в жизни. Это очевидно. Даже не знаю, что лучше. Отлично, пошли, полигон. Пошли пронесем, Лайн. Слышь, гора. Автопушка, это не я. Давай, потанчи башню, мы сейчас вынесем тут все. Это рано сел, чувак. Укрепляем позиции. Инженер такой прилетел, не знает, что делать. Это гнев. Моя новая игрушка. Точно в цель. Ну ладно. Прогресс страшный. Он нас сила. Прогнал в итоге. Гора, да куда ты бежишь? Я ж тебя лечу. Ну ладно, как хочешь. Ой, жнец тут. Вот это интересно. Проблем. Отличный полигон. Укрепляем позиции.
Беги, дура. Ой, господи боже. Хоть их лечи, хоть не лечи. Ни хрена их не вылечить, у них с головой проблема. Моя новая игрушка. Бью без промаха. Прогресс страшная сила. Череда побед. Что с магом? Я надеюсь, они отвлеклись на мага, и теперь мы сможем пронести эту башню. Что там осталось-то всего чуть-чуть. Чтобы еще усовершенствовать. Это гениально. О, он тут не один. Боюсь, твой подход устарел. Заградительный огонь. Блин, сейчас поставим опыт. Ой. Блять, меня башня бьет. Простите, опять за мат. Не могу никак выдержать. Вот почему меня стала башня бить? Кто-нибудь может мне объяснить? Я вот не понимаю. Хоть прогресс — страшная сила. Новые игрушки. Укрепляем позиции. Это пушка. Это гениально. Выстрел. Чтобы еще совершать. Механизмы могут и лечить. Заградительный огонь. Клык испугался. Нет проблем. Прогресс — страшная сила. Так, ладно. Что тут у нас? Надо другой лайн помогать. Восстановим силы. Блин, на кота что-то времени совсем нет прям. Забрать бы его, конечно, не мешало бы. Моя новая игрушка. Укрепляем позиции. Да ты охренел, что ли? Давай, маг, давай, маг, помоги. Мы его сейчас укокошим. Ну или не сейчас, но потом. Все равно рано или поздно укокошим. О, его Кент поймал. И убил. Отличный вообще полигон. Ништяк, ребят, ништяк. Новый выстрел. Да, давай, поднимай. Мне надо как раз пушить тут. Восстановим силы. Автопушка. Это гениально. Чтобы еще усилить. Бью без промаха. Ай, вот почему башня меня стала бить? Блин, раньше такого не было. Не знаю. Мне кажется, раньше такого вроде бы не было. Прогресс — страшная сила. Нет проблем. Блин, эта хрень выжила. Нифига себе, он мне пушки все вынес. Охереть. Так, этого чувака уже не спасти было. Новым свершением. Заградительный огонь. Ты что за мной бежишь? Охренел, что ли? А, я так понял, если я ухожу из радиуса, то его сетка не связывает. Прикольно. Чтобы еще усовершенствовать. Блин, офигеть, как он больно стреляет своей вот этой дробовиком или что это? Новый игрок. Череда побед. Новым свершением. Чересчур как-то больно. Ладно, значит, пронести лайн по-быстрому не получится. Позицию. Будем проносить по-долгому еще. Точно в цель. Ой, наверное, две пушки чтобы здесь уже лишнего было. Механизмы могут лечить. Блин, я уничтожил ту же самую эту херь. Мастерство боя. Мастерство боя. Мастерство боя.
весело. Моя новая игрушка. Автопушка. Это гениально. Давай повоюем, иди сюда. Выстрел? Ну куда же ты? Сейчас поставим опыт. Трусло. Восстановим силы. Ой-ой-ой. Сука, не заметил, что он там. Точно в цель. К новым свершениям. Новая игрушка. Блин. Чуть-чуть башни не хватило, чтобы его убить. Механизмы могут и лечить. Сейчас поставим. Восстановим силы. Блин, резвый чувачок, резвый. Ух ты, какой живучий, а. Механизмы могут и лечить. К новым свершениям. Смотрите, какой резвый. Охренеть. Взял и снес мне все мои эти лечилки. Ну, оборзеть просто. Ну, хорошо, что пока я его отвлекаю, тут наш что-то делает. Вроде бы что-то полезное. Мы прокачиваемся тоже. Отличный полигон. Рано или поздно я все равно ухайдокаю. Моя новая игрушка. Ой. Механизмы могут и лечить. А, что-то не... Я думал, будет больнее. Вот реально. Что-то совсем не больно. Что ты, повоевать хочешь? Иди сюда. Прогресс страшная. Нет, не сила. Хочешь? Укрепляем позиции. Восстановим силы. Не хочешь, как хочешь. Ну, блять, ты что? Ребят, ну без мата никак. Ну вы это видели? Это какой-то антикласс. Он одним ударом убивает все мои эти башни. Ну не башни, а строения. Все мои строения. Заградительный огонь. Отличный полигон. Я херею, ребят. Он за один удар убивает все мои строения. Я даже не могу отойти, крипов побить. Хотя, на самом деле, так могу. Просто я хотел как бы зарубиться с ним, но... Сейчас поставим. Но сучка такая не дает мне ничего сделать. Он ушел куда. Нет проблем. Чё там? О, кот еще цел. Ну и отлично. Механизмы могут и давайте вместе куда-нибудь нападем, а? Что-то мне надоело с ним стоять там. Прогресс страшный. Восстановим силы. Отличный полигон. Блять, почему меня башня вечно бьет? Чего тебе надо? Все просчитано. Сейчас поставим опыт. Так, ребят, давайте заходим дальше. Пофигу вообще. Укрепляем позиции. Механизмы могут и лечить. Ох ты. Ничего себе. Отличный полигон. Новая игрушка. Очень больно что-то. Восстановим силы. Вам не больно? А мне больно. Прогресс страшная сила. Ой, гора, гора. Куда без посадки-то пошла? Не, ну зря она так. Моя новая игрушка. Так, я убил жнеца, но... Ой, я убил еще кого-то. О, хорошо. Блин, если б Кент попал. Укрепляем позиции. Механизмы могут и лечить. Да, я немножко тут как-то дерганно сыграл, но не привык к такому количеству врагов еще пока на экране. Так, я, наверное, сюда. Все сюда. Печалька.
Соревнование, кто быстрее крипов убьет. Автопушка. Точно в цель. Это что такое? Что такое? Враги сейчас видят вас. Повторю. А почему враги видят нас? Какой-то новый талант, наверняка. Череда побед. Моя новая игрушка. Чтобы еще усовершенствовать. Да что не добил-то, блин? Укрепляю позиции. Выстрел. Видали, как он сдох? Ржака. Напарник. Так, нам надо купить телепорт и лететь наверх, наверное. Чтобы еще усовершенствовать. Да ладно, и так там что надо. Мастерский контроль. Гора ультанула. Механизмы могут и лечить. Сейчас поставим опыт. Восстановим силы. Отличный полигон. Автопушка. Это гениально. Блин, если бы она за ним дальше пошла. Механизмы могут и лечить. Ой, гора. Ну что ж ты так сдохла-то? Прогресс строительства. Не, придется тут отступить маленько. Чтобы еще усовершить. Куда ты, маг? Какой бешеный маг. Отличный полигон. Ибо нам сносят нет, ребят. Это неожиданность. О, они его убили. Забавненько. Прогресс — страшная сила. Маг как-то сдохнуть умудрился. Замечательно. Интересно, как сдох маг? Я клыка прям чуть-чуть не добил. Обидненько, обидненько. Ее без промаха. Механизмы могут и лечить. Укрепляем позицию. Нет проблем. Восстановим силы. Сейчас поставим опыт. Механизмы могут и лечить. Автопушка. Это не я. Ее без промаха. Если бы он ультанул до того, как убили все мои башни, то все было бы иначе, конечно. Незаменимый боец. Сейчас поставим. Череда. Так, я кого-то убил. Незаменимый боец. Краску вроде бы убил, мне кажется, так. К новым свершениям. Механизмы могут и лечить. Но хоть не скучно. Укрепляем позиции. Прогресс страшный сила. Нет проблем. Кота забрали. Восстановим силы. К новым свершениям. Механизмы могут и лечить. Стремло. Ябкин туда. Ну ладно, в горе тоже сойдет. Восстановим силы. Автопушка. Это гениально. Погоня. Все просчитано.
позиции. Отличный полигон. Блин, накапливайся быстрее, пушка. Вообще нету этих деталей. Прогресс страшная сила. Ну ладно. О, может, может действительно взять этого дракона по-быстрому. Восстановим силы. Они этого не ожидают, возможно. Автопушка. Это гениально. Если бы он спер его, то, конечно, было бы забавно. А так им не повезло. Механизмы могут и лечить. Нет проблем. К новым свершениям. Восстановим силы. Чтобы еще усовершенствовать. Механизмы могут и лечить. Укрепляем позиции. Мастерский штурм. Бью без промаха. Отличный полигон. Мастерский контроль. Вражеский арсенал разрушен. Жнец вообще не живет. Незаменимый боец. Заградительный огонь. Точно в цель. Чтобы еще усовершить. А, отвалите. Идите нахер. Механизмы могут и лечить. Мастерский штурм. Попробуйте, догоните. У меня даже ботинок нет. Вы поняли? У Инжа даже нет ботинок, а его хер догонишь. Череда. Моя новая любовь. Незаменимый боец. Сейчас поставим опыт. Все просчитано. Шесть ноль одиннадцать. Ну терпимо. Чтобы еще усовершенствовать. Немного затянулась игра, конечно. Хоть я и пытался пронести побыстрее. Восстановим силы. А, блин, дальников не достал. Отличный полигон. Механизмы могут и лечить. Сейчас поставим опыт. Механизмы могут и лечить. Стой, стой. Да куда ты? А, ладно, не хочет она лечиться. Прогресс страшная сила. Гора в одиночку проносит. Механизмы могут и лечить. Так, горе надо помогать. Отличный полигон. Да блин, гора. Как ты, где ты бежишь там? Заградительный огонь. Да, пулемет. Ага. Сейчас поставим. Он может что ли сюда поставить? Посмотрите, он не может. Он не может через стенку поставить. Блин, я думал, можно через стенку поставить, но нельзя, походу. Вообще обидно. Мастерство боя. Нет проблем. Череда побед. Победа, незаменимый боец. Да, долговатый бой, долговатый. Но зато хороший в целом. Хотя у нас и был красный маг, но, знаете, он как-то вначале не особо что-то там делал. Если бы мы ему сильно не помогли, он бы не вкачался и пипец бы ему настал. Неистребимый, наименьшее число смертей, убил дракона. Ну, я вообще круто. 6 смертей, ой, 6 убийств, 0 смертей, 14 поддержек, 152 очка, 27 тысяч прайма. Блин, меня кто-то перекачал. Ну ладно, Кент, 9 убийств, конечно, да, это круто. 39 тысяч нанес я, 15 гора, 44 Кент. Я 39, 44 Кент.
38 какая-то хренотень новая, 32 красный маг, 11 клык, 26 новая какая-то хрень, 23 гром, 45 краска и 25 жнец. В общем, вот такой боёк. Всем спасибо, всем пока.